Всем привет, с вами снова я, Зединозавр, и я продолжаю свой летсплей Don't Starve, начинаю 59-ю часть и начинаю новую игру. В третий раз играю за робота. В прошлый раз меня убили в прошлом выпуске, так осталось еще три персонажа. В прошлом выпуске меня убил опять оборотень, свинья убила меня, в общем, превратившись опять в медведя, с одного раза меня убила. Я начинаю в итоге новую игру. Так, ну все как обычно, пропускаем этого, который тоже будет доступен для открытия. Персонаж этот. Но там нужно будет пройти вроде как переключение. Ну посмотрим. А сейчас мы что же делаем? Просто идем куда-то. Собираем на костер. Думаю, опять буду путешествовать, наверное, потому что фермы до сих пор я не хочу больше строить. Настроился я ферм, 9 штук их построил, или 8. Много очень построил. Так, вот уже нашел границу, так сказать, первую. Море нашел. Что ж, теперь отправляюсь по границе. Конечно же, буду собирать цветки для венка, чтобы мой не лишиться рассудка. Как можно раньше лучше собрать, пока он не начал падать. Сразу, чтобы вести было. Пока еще не наступил вечер, чтобы он повышался. Повысился до предела, а потом уже понизился, а потом снова повысился нормально. Потому что день длиннее ночи, и получается, что рассудок мой в плюсе остается. Сейчас пособираю еды, а ночью, наверное, поем. Сейчас не буду есть, буду идти, чтобы не тратить времени. Цветки, конечно же, собирать. Так, еще немного. Еще 5 цветков осталось. Так, все доступно. Шапка это из цветков, которая повысит мой разум и рассудок. Так, тут опять мостик, наверное, придется кругом обойти и потом вернуться. Ну что ж, посмотрим. Может быть и не придется, может и придется, вообще не знаю. Идем дальше. Посмотрим, насколько длинный этот полуостров окажется, который я только что вышел. Потом наверняка придется вернуться к этому мостику. Я в этом уверен, что это просто кружок такой. Но уже скоро вечер, нужно быть готовым. Но я готов, у меня костер уже доступен для создания. Так что я иду дальше, не беспокоюсь об этом. Так, уже наступил вечер, еще немного пройдусь и буду ставить костер. Если была бы со мной свинья, я бы уже поставил бы сейчас костер. Но свиньи со мной нету, я могу не беспокоиться и
почти целый вечер проходить, еще пройти, чтобы не тратить времени, не бегать вокруг костра целый вечер, а потом ночь. И так, как я и говорил, это оказалась окружность, можно сказать. Я вернулся к этому мосту, так сказать, и иду дальше. Посмотрим, что дальше будет. Деревьев тут почему-то нету нигде. Нужно будет остановиться там, где деревья, если, конечно, я успею к ночи дойти до того, до такого места. Если не успею, остановлюсь, где остановлюсь. Так, тут этот опять. Тут опять этот круг. Непонятно, зачем он нужен. В общем, главное, что он меня не убивает. Так, тут опять местность из скошенной травы. Она обычно большая. Но посмотрю, сколько. Успею ли я дойти до лесной местности до конца этого вечера. Так, тут снова пауки. На них нападать я как-то не особо хочу. И времени тратить. Блин, уже вечер, и нужно уходить от них подальше. Что ж, где-то здесь я поставлю костер, а то сейчас уже наступит ночь, быстрее надо ставить. То, как в прошлый раз. Лишусь жизни в темноте. Все, наступила ночь первого дня. Неплохо. Продуктивный день, так сказать, был. Теперь нужно перекусить. Что ж, половина ночи уже пройдена, все показатели в норме, все полно, по полной программе, только рассудок убавляется, конечно же, голод постоянно был, повышается, увеличивается, но рассудок сейчас будет повышаться весь день. Что ж, я отправлюсь сейчас дальше. Мне, в принципе, достаточно и 2 дней прожить, чтобы открыть нового персонажа, так что сильно огорчаться я не буду, если меня даже в этот же день сегодня не убьют. Но будет вполне нормально, если я дольше проживу. Меньше придется жить за следующего персонажа, чтобы открыть еще одного, еще следующего. Ну что ж, отправляюсь дальше. Так, ну довольно... Вот что это такая за хижина? Я почему-то не помню, чтобы видел вот там такое. Похоже на иглу. А, так это же моржовый там какой-то круг или чё. Ну, короче, понятно. Ну что ж, завтра уже увидим, что будет со мной. Сколько я проживу. Может, и не завтра. Это случится. Что ж, увидим. Ну а сейчас всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, заглядывайте в описание, там много интересных ссылок. До завтра!